Твери продолжается пуск тепла в жилой фонд. Напомним, процесс подключения стартовал 26 сентября и в общей сложности будет проходить в течение 5 дней. Планируется его завершить к 1 октября. При перебоях с подачей отопления или низких параметрах теплоносителя горожанам в первую очередь следует обратиться в управляющую компанию ТСЖ или ЖСК, обслуживающую жилой дом. Также в администрации города Твери по телефону 34-87-07 работает круглосуточная горячая линия по вопросам подачи тепла в жилой фонд и объекты социальной сферы. Кроме того, информацию по пуску тепла можно получить и в Тверской генерации по номеру телефона 78-00-00. А на сайте познакомиться с актуальной версией графика подачи отопления. Если же жители видят, что в указанный в графике срок тепло в домах не появляется, то в первую очередь, конечно, надлежит обратиться в свою управляющую компанию и выяснить причину. Поскольку не всегда это зависит от Тверской генерации, могут быть случаи неразвоздушивания внутридомовых систем, либо несвоевременного открытия задвижек на вводе в дом управляющими компаниями. И только в случае, если давление на вводе в дом отсутствует, надлежит обращаться в диспетчерские службы города или Тверской генерации, где будут даны разъяснения о причинах и сроках устранения и подключения тепла, если такие отклонения будут.